сделай сам, как сделать мусороуборщик. Для того, чтобы сделать мусороуборщик, нам понадобится трубочка и хвостик с под редиса. Втыкаем в трубочку хвостик с под редиса. Вот такой получился мусороуборщик. Сейчас вы увидите, как он умеет убирать. Такой хвостик можно легко заменить на другой, если он очень испачкался. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите новые видео.